Так. Виктор Степанович, вам слово предоставляется. Я хочу еще раз просто напомнить, потому что все выступления интересные, познавательные, но по времени. Мне неудобно останавливать, и неправильно с моей стороны, я так думаю. Ну, пожалуйста. Да вы сидя, я думаю, что сидя. В 62-м нас начальник цеха отправил в Дагерский лагерь строить. Вот я как туда приехал, и там работал до 70-го года. Потому что я был в общежитии прописан, даже и денег было. Нас там поселили, и я там жил постоянно. И мы начали строить, сначала сделали столовую, потом после столовой, ну там инструменты у нас какой-то, тачка, кирка и лопата, и все. Потому что технику только давал самосвал, завод. Вот. Ну, сама там мешалочка была, бетон мешали мы, после магазина, там на верхушке была. Вот мы работали, значит, потом, значит, когда сделали столовую, разобрали летнюю кухню, где питались дети, она фанерой была обшита, и начали на том месте строить двухэтажный спальный корпус. Это начали мы в 63-м году уже. Его построили, потом занялись мы работой котельной. Котельную построили. Я как рабочий, я говорю только о работе. Вот. Делали мы дорогу. Вот когда спускаться в Южное, значит, была дорога на Милас, санаторий. Остальная дорога грунтовая, в Южное. Машины едут, буксуют. Вот мы делали бетон, укладывали на дорогу, делали ребра, чтобы машины когда идут, чтобы она не юзом не шла, а нормально спускалась. Вот мы эти работы делали. Ну что еще сказать? Ну все это делали с руками, вручную же вы делали. Все вручную, да, все вручную. Подпорные стенки были. Подпорные стенки, да. Дорогу когда взрывали, делали Ялту Севастополь, камни летели вниз. Мы собирали эти камни, бут. До дороги сносили. Самосвал приходил из Севастополя. Мы его загружали, он нам привозил. Вот эти камни. И мы укладывали бетон, камни, значит, подпорные стены делали. Это вот где котельная. Там, значит, косогор такой, и чтобы земля не ползла, делали. Да, вот это мы все вручную делали. Вот я там проработал 62 года. И вы карбусаж строили вот эти, которые в месяце. Апрель месяца 70-го года. Я когда получил всего столько квартиры, я тут совсем уехал. И нас потом еще возили автобусом. Мы доделывали над котельной еще второй этаж построили. Там общежитие. Общежитие. Да, общежитие там было. Вот это мы достроили. А потом, значит, я уже совсем переехал в Севастополь, уже там. Корпуса выстроили тоже ведь, да? Фундаменты делали. Выкорпуса. Все руками, все, да. Вот. Тачка, вот, и все. Лопата и кирка. И кирка, да. Экскаватор проезжал, ну как над косогором? Экскаватор не мог. Там никогда там скалы пробовали. Да. Я вас попрошу. Помогал, и все. Еще строили мы эту от котельной. Надо было теплотрассу сделать до двухэтажного корпуса. И вот мы эту траншею кирками, лопатами делали, укладывали туда трубы, из завода приезжали сварщики из 4-го цеха. Эту работу мы делали. Ну вот так в основном все, что я мог еще сказать. Спасибо.